Great Wall нынче разделился на несколько дочерних марок. А собственно Великая Стена успешно занимается пикапами и в родном Китае держит половину рынка. А чтобы добить конкурентов, в штаб-квартире решили сделать нечто невиданное – огромную махину наподобие Форда F-150. Правда, с дизайном не задалось. Вышло плоско, грубо и, откровенно говоря, некрасиво. По технике претензий нет. У пикапа специально созданная рама, пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы. Плюс новейший 3-литровый турбо V6, с которым трудится 9-ступенчатый автомат. Дальше будет больше и интереснее. В том смысле, что из рамной архитектуры вырастет целое семейство машин, включая солидные внедорожники. Но об этом придется поговорить отдельно. Только справивший премьеру бренд Tank вовсю готовит рыночное наступление целым, практически танковым клином. Все это будут рамные внедорожники, разные по стилю и наполнению. Вот, скажем, модель Tank 800. Она как раз придумана на платформе упомянутого пикапа, но адресована обеспеченной публике. Поэтому не удивляйтесь, как беззастенчивые дизайнеры перекопировали образ Rolls-Royce Cullinan. Танк 700 вышел попроще, в смысле подешевле, ведь дизайн простым назвать нельзя. Это нагромождение ломаных линий вызывает скорее оторопь, чем желание купить. Впрочем, в Поднебесной все просто. Не будут брать — переделают. Тем более, что архитектурой поделится младшая 300-ка. Та самая, что через несколько месяцев обязана добраться до России. Темпом постановки на конвейер позавидует кто угодно, ведь и 700-ку, и 800-ку китайцы клянутся освоить буквально до конца этого года. И, наконец, третья маска многоликого Great Wall'а – марка Havail. В Шанхае ей дозволили выкатить концепт своего флагмана под названием XY с острым дизайном, гибридной начинкой и кучей современной электроники. Буквы X и Y выведены таким шрифтом, которым наши отечественные хулиганы пишут небезызвестное слово на всех заборах страны. Как назовут серийный паркетник, узнаем уже в этом году. Еще одно направление Havail'а — это кроссоверы с приключенческой внешностью и словом «собака» в названии. В Шанхае компанию уже серийному Dago, большой собаке, составил пока еще концептуальный X-Dog. Что же до техники, то в основу всех новинок Havail'а ляжет модульная платформа Lemon, что означает бензиновые турбомоторы в 1,5 или 2 литра и 7-ступенчатый преселектив.